Пока дети отдыхают на каникулах, родители приходят в школу, чтобы обсудить вопросы реорганизации учебных заведений и обращения губернатора Московской области об итогах минувшего года. Были озвучены результаты развития в сфере здравоохранения, в сфере транспорта, в социальной сфере, в сфере ЖКХ. Сегодняшние участники, они почувствовали, наверное, сопричастность к этому. Сопричастность, потому что без обратной связи с жителями у органов власти, наверное, не получилось бы в таком объеме с такими результатами завершить 2020 год. Одна из важных тем, которая больше всего волнует родителей, это программа присоединения детских садов к школам. После слияния будут созданы единые образовательные кластеры, в которых качество обучения будет выше. Эта программа уже реализуется в Москве. В других регионах это тоже происходит, чтобы просто люди хорошо понимали, это не то, что идет сокращение школы или идет сокращение детских садов. То есть все здания, все коллективы, которые работают, они все остаются, но становится одно юрлицо. Да, детский сад присоединяется к школе. И детям понятнее, и родителям понятно, что из детского сада они совершенно спокойны и переходят в школу, не надо писать какие-то особые заявления. Программа реорганизации будет проходить поэтапно. Каждому учебному заведению найдут индивидуальный подход. Министерство образования Московской области планирует до 2030 года объединить все дошкольные и школьные образовательные учреждения в единые кластеры.